Здравствуйте, друзья! Буду красить стены в кухне. Стены у меня оклеены стеклообоями. Купил я вот такую краску. Это Церазит Ин-56. Интерьерная латексная краска для кухонь и ванных комнат. Здесь 5 литров, и ее должно хватить на 55 квадратных метров. Площадь стен у меня где-то 20 метров квадратных. И я планирую красить их 2 раза. Посмотрим, как поведут себя стеклообои, как они будут впитывать краску. Надеюсь также, что краска скроет вот эту разметку, что я делал на стенах в некоторых местах. Под радиаторы, здесь, под розетки. Красить буду валиком и щеткой. Щеткой в углах, возле фартука, возле подоконника, а в остальных местах буду красить валиком. Скотчем сейчас заклею фартук, также возле потолочного плинтуса, и буду приступать к покраске. Заклеил я все скотчем малярным, фартук, вот багет. И теперь буду красить. Начну с вот этой стены, она у меня самая закрытая, поэтому потренируюсь на ней и потом буду красить остальные стены. Итак, краску сейчас я перемешаю. Она у меня имеет желтоватый цвет. Ближе к бежевому.
Покрасил я стены в один слой. Имею вот такой результат. Вот если сравнивать, потолок имеет белый цвет, и стены имеют легкий бежевый цвет. Цвет мне нравится. Краску наносить на стеклообои довольно-таки легко и просто. Сам процесс мне понравился. Красил я стены вот таким валиком, а не так, как я планировал ранее, вот таким широким большим. Из-за того, что обои имеют у меня вот такую структуру, и чтобы их хорошо прокрасить, валик нужно слегка придавливать. Поэтому маленьким валиком красить намного проще и удобнее. Укрываемость у краски довольно-таки хороша. Вот как видно, под окном была разметка. В этом углу была разметка. Сейчас ничего не видно, даже при одном слое. У меня еще осталось пол ведерка краски. И завтра при дневном свете я посмотрю. Возможно, уже второй раз красить и не буду. Вот и настал второй день. Прошелся я, посмотрел. Есть в некоторых местах у меня пропуски. Кое-где плохо прокрасил. Поэтому буду красить и второй раз. Покрасил я стены второй раз. Снял скотч с плинтуса потолочного, с фартука. Поправил, где нужно, особенно возле потолочного плинтуса. Осталось у меня довольно-таки много краски. Скорее сюда хватило бы и 3 литров. Посчитал я площадь стен, получается у меня 18,5 квадратных метров. Дальше я сделаю расчет по материалам и стоимости. Друзья, высох второй слой краски, и я имею вот такой результат. Как по мне, так довольно-таки симпатично получилось. Вот белый потолок, бежевые стены. Краска при высыхании немножко потемнела. И все замечательно. Так, по деньгам. Сюда я купил один рулон обоев. Он стоит 850 гривен. Пачку клея 75 гривен. Дальше краску 5 литров 750 гривен. Краски, конечно, можно было взять меньше. Где-то литра 3, может быть 4. Тогда было бы еще дешевле. И скотч 25 гривен. В итоге получается 1700 гривен я потратил на отделку стен в кухне площадью 18,5 квадратных метров. В рублях это 3400 рублей. На этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.